Итак, ребята, всем добрый вечер. Это Honda Civic. Загудел подшипник задний правый. Решил я сделать эксперимент. Там установлена вот такая вот полуступица. Подшипник не меняется. Разобрал я этот подшипничек. Смазка так себе. Если честно, ужас. Суть видео. Хочу промыть полностью все. Вот таким вот карбиком сейчас промоем все. Забьем нормальной смазкой и посмотрим. Да, никаких сколов, ничего такого нету. Сейчас все это полностью промываем. Забиваем новой смазкой и делаем эксперимент. Походит еще или не походит. Люфта на этих ступицах не было. Просто гудели. Итак, промыл я полностью все каретки, все подшипники. Эту всю дело промыл, там внутри все промыл. Сейчас будем забивать новой смазкой и проверять, ставить. Вот такая вот смазочка, ребята. Пользуюсь есть ей очень долго уже. Зарекомендовалась. Смотрите, вот набил полностью ее. Сколько влезло. Ставим заключительную вот эту штучку. Напишите, как она называется в комментариях. Эта штучка. Опа. Ага, все, защелкнулось. Сразу напоминаю, подшипник, полуступица еще японская. Джапа написано. Машина 96 года. Сами посчитайте, сколько лет и сколько еще она. Примерно напишите в комментариях, сколько она еще проходит. Я думаю, еще проходит. Обязательно устанавливаем сальничек. Правда, ему уже плохо, но ничего, он походит еще. Установил сальничек. Сейчас будем ставить, проверять. Напоминаю, ребята, это эксперимент на своей машине. Не для клиентов, не для кого, для своей машины. Просто эксперимент. Попробовать. На данном автомобиле ступица меняется, в принципе, легко. Главное снять тормозной барабан. Вот так вот ставится. Ставится шайба. Это шайба обязательно. Чик. И затягивается гайка полностью. Все, затянул я гаечку. Это получается литол. Было набито литолом совдеповским. Поменяли на новую смазку. Нет этого колпачка, то это очень печально. Попадает вода в подшипник, и вы будете каждые полгода менять эти полуступицы.